мы понимаем, что сегодня предприятие нацелено, значит, снижать и себестоимость, и снижать и выбросы, и это самое главное. Совершенно четко есть программа, мы ее сегодня обсудили, там почти до 30-го года, значит, расписанная по годам, есть схема теплоснабжения, которая утверждалась и обсуждалась в том числе и в городском совете. И если мы сегодня тоже обсуждали этот вопрос, и за прошлый год схема теплоснабжения выполнена на 100%, даже с небольшим запасом, это говорит о том, что как раз идет самая прямая работа над сокращением, над экологией.